собственно, это мой колледж, который я сегодня успешно закончил. А вот этот заветный сертификат паралигала, который я получил сегодня март, а закончил я в феврале, но они там ждали, пока проверят все тесты, все работы, все-все-все. И, в общем, Нью-Йорк Сити Колледж, Нью-Йорк, Нью-Йорк, как понятно, мы в Бронксе, он находится в Бронксе. Все мое обучение было с октября по февраль. Я потратил кучу времени, кучу средств на это. Спасибо, кто меня поддерживал. Моя жена, мои родственники, мои друзья, кто знал, что я обучаюсь. Спасибо всей моей группе. Их примерно 30 человек, там плюс-минус приходили-уходили на занятиях. Все американцы, я там один русский. Немножко было мексов, но они тоже американцы. Спасибо нашим профессорам, их было два, и адвокат специально был по иммиграции. Спасибо судье Гузман. В общем, всем-всем-всем спасибо, я очень рад, я прям весь такой сейчас на эйфории. Это первое мое учебное заведение в Америке, которое я закончил. Я думаю, что это будет не последнее. Учиться тяжело, все главное, в язык упирается. Я уже успел поспорить с профессором, но он меня задавил своим английским. Я парировал сколько мог, но мой английский все-таки еще не английский, не настолько. Я снимаю шляпу перед всеми адвокатами русскоязычными, кто в уже зрелом возрасте прошел всю вот эту вот процедуру получения адвокатского бара. Это очень тяжело, и мое прям уважение им. Все, теперь я сертифицированный паралигал. Ну и кто хотите, я к вашим услугам, обращайтесь, будем помогать вам с разного рода проблемами, их решением. И все, что в моей компетенции, я могу вам помочь решить. Все, это парк, не знаю, колледжный, не колледжный, но очень крутой парк. А я иду, уже все, я домой, не знаю, когда сюда вернусь. Я сегодня разговаривал с администрацией, просил их сделать отдельный курс именно по иммиграции. Большой, емкий такой, чтобы глубокий был. Сказали, подумают, с удовольствием пройду его. Все, я молодец. Пока.